Это же знаки отличия. Да, кто это понимал? Одна, две, три звездочки. А у меня однажды случай был. Мне говорят: боец, возьми вот это и отдай товарищу подполковнику. Ну, я пока шла, конечно же, забыла слово подполковник. Подхожу и говорю: дяденька, дяденька, вот тот дяденька вам вот это передал, возьмите, пожалуйста. А он мне говорит: какой такой дяденька? Ну как какой? Вот тот, в зеленой рубашке и синих штанах. Да, в тот момент мы еще не понимали. Ни нашивки, ни погоны. Мы просто говорили так: вон тот, высокий, а этот рыжий. А вон тот красивый. Девчонки, а ко мне однажды, в 42-м году, летчик прилетал. Мы с ним гуляли, бродили. Он мне даже подарил букет полевых цветов. А потом ему изменили маршрут, и он начал прилетать только зимой. Представляете, на улице минус 40, а мы все равно целовались. А дальше? Ну, что же дальше? Ну, не томи. Улетел, и больше мы не виделись. А знаете, что самое обидное было? Мы шли воевать за жизнь, за любовь. А что такое любовь? Какая она жизнь? Мы тогда даже не знали. А еще мы думали, что будем мстить за наших отцов, любимых и братьев.
где бы ты ни была, дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы звездная нежность друг друга. Мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанусь. Смотрите, какая весна! А ведь война скоро закончится. Что делать будете? Домой поеду. К маме. Это хорошо, когда дома тебе... Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старый израненный в битвах гармонь вальс русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Дом цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал. И Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. И парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал. Как будто он волжский видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай. Дом цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года.
забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной плыл вальс полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, как долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены свободной, солдат на гармоне играл. Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года, помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев сквозь года, помнит сердце, не забудет никогда. Кто сейчас с нами выше облаков, будет вечный баян в каждом из домов. Зажигаем свечи в глубине души. Спасибо вам, ребята, что нам дали жизнь. Всем и каждому, всем и каждому, кто стеной стоял за свою страну. Всем и каждому за победы, свет небу ясному, что на много лет всем и каждому, всем и каждому. Родине своей верою и правдой с честью отслужил. Спасибо вам, ребята, кто остался жить. Всем и каждому, всем и каждому, кто стеной стоял за свою страну. Всем и каждому победы, свет небу ясному, что на много лет всем и каждому, всем и каждому. Thank you.
Когда мы зашли на фашистскую землю, то нас больше всего поразило, какие у них красивые дома и ровные дороги. Посмотрите, даже на окнах занавески. А еще белые скатерти и маленькие фарфоровые чашечки. Я такие только в музее видела. И тогда мы подумали, зачем же нужно было убивать, если у них и так все есть? А когда зашли к ним на территорию и увидели немецких детей, руки сами начали их обнимать. А я, когда первый раз увидела немецкого ребенка, то руку сразу отдернула. Но потом привыкла, и они тоже. А еще мы как-то с девочками шли и увидели немку с тремя детьми. Увидев нас, она прижала руку к сердцу, встала на колени, а в глазах у нее слезы. И это только мы потом поняли, что это она благодарила нас за то, что ее дети живы остались. Он зашел в страну, он зашел.
Сегодня, как и в далекие 40-е года, бесстрашные девчата стоят в одном строю с настоящими героями, которые продолжают дело своих дедов, борются с фашистской агрессией. Поэтому наш концерт посвящен не только в памяти погибших, но и во славу живых. Мы желаем всем скорейшего возвращения в родные края, и пусть голубь мира совьет свое гнездо над каждым домом. Небо тысячи глаз сверху смотрит на нас, только небо одно. Никого не предам, снег ли с неба летит, льет ли с неба вода, только небо с тобой, лишь оно навсегда. Облаков острова, облаков паруса, все наши слова, там друзей голоса. Ни любви, ни беды, ничего не тая, мы напротив всегда. Станет никто.